назад, я не хотел ехать. Ну, пришлось с работы отпрашиваться, потому что там не все смогли поучаствовать. Так что вот так вот. Так, не спешим, ждем. Как я говорил, не хотел ехать, но пришлось. Вот так вот мы едем на приглашение на праздник, там проводит Орловский клуб ветеранов спорта. Поедем, сейчас до Петровича доедем, на Царев Брод, а потом на место показухи. Ну что, Сань, куда едем сейчас в этот раз? Ленина. Ага. Налево. Нет, а мы не на там, на площадь Люка перейти. Ну, там два заезда, какой здесь. Ну и там видно, разберемся. Там винты и там стоят. Не знаю, здесь. Дальнего заедем. Давно забытое чувство езды на Яве, в смысле, ну ездишь так иногда, ну вот, по праздникам. Вячеславович просит там промчать. Но не часто. Сейчас шаркнем вправо. Сиганем. Пилотировать его, конечно, приятно, но просто когда-то уже покатался на диких отбитых спортбайках, уже как-то ну, она вставляет, впирает, но не очень. Санек, погнал. Да какой Санек? Саньки! Они оба Саньки впереди. Мы сейчас едем на так называемый стадион Ленина. Так, нам указывают, куда ехать. Инспектора ДСП.
Сань, чуть подальше. Так бывает. Об одной ноге на костылю корешок. Бывает, бывает. Космонавт. Да, да. Шлем какой модный. Без палева, чтобы, да. Да. Поедем кататься. Понятно. А у тебя сейчас-то еще какой промет? Ну, ПС и всякие там, мопеды, хренеды, много всего. И прокачку тут чуть-чуть. А где тут? Кого? Ну, вот тут кружок. У него эмоции. Блядь. Тут места мало. Где хоть кого сейчас? Вонь поднимется. Ну, ладно, все. Спасибо. Да ладно, за что хоть? Тут просто негде. Видишь, народ идет с колясками, с хренясками. Ладно, давай, давай, давай. Пробег, видите, авто, ретро-машина. Едем не спеша, потому что там сзади Победа, там все эти. Такая потеха. Там много машин, сзади еще мотоциклы там. Мы сейчас налево едем. Сейчас пропустим рогатого троллейбуса. Он видите, мчит.
Что-то парень на Тойоте довольно быстро едет. За ним все не угонятся. Мы-то на мотоциклах, что нам там? Мы в любую щель залезем. А тоже на Победе мужик там сзади едет. Я не знаю, как он там будет себя чувствовать. Колонна длинная. Обратите внимание, как отчитывает вилка передняя колдобина на дороге на Чизете. Ну хоть поближе покажу. Вот такую красоту. Вот ретро-машину, тут все дела. Подъехали. Конечно, такие Волги за мной не гонялись. Но все же. Это Ольга. Ольга. Обратите внимание, переключение передач на руле. О, все. И, насколько я помню, три передачи. Вот такой салон у Волги. Ой, Победа. Толпа, колонна в городе растерялась. Пришлось вот притормаживать. Ну это 11 или 13, я не знаю. Вот такая машинка. Патрулька древняя. Такие люди знакомые. Здорово. Вот так узнаю. Ну да, без палева, да? Что-то. Ты, конечно, так не узнаешь их. Да ладно. По шлему все выпаливают. Написано. Кто чего. К Юрику давно заходил, нет? Да давно уже. Именно где-то там на улице. Вот такие вот аппараты. Обратите внимание, видите, какой спидометр стоит. Интересный. Ну, как я говорил уже, переключение на руле. Все дела. Еще потерялись люди, потерялись. Вот такая вот красотища. Кстати говоря, здесь меня батя, мне было лет, наверное, 7, может 8, не, наверное, лет 7. Я тут на его копейке тут по этой дороге гонзал. Дай мне телефон. Учил мне здесь ездить, я помню. Сидел за рулем, кое-как там передвигался, вот именно по этой дороге. Давно это было? Ну, понимаете, сколько лет назад. Смотрите, какая машина в каком состоянии. Помню, у батьки было в машине. Магнитофона и слушал я, еще перематывал Бонни М, кайфовал. Вот она, знаменитая фигурка Олежка. Кто хоть там, где хоть там, никого нету. Были времена, когда здесь вообще ничего не было, вообще ничего.
Просто поле, а сейчас вот позастроили тут частные дома. И с этого места началось название вот этого места — Поле чудес. Вон там, видите, особняки. И вот там дальше, если наискосок, там раньше была кроссовая трасса, сейчас ее все застроили гаражами. Александр Петрович, олимпийское спокойствие. Спокоен, как удав вообще. Ни одна мышца на лице не шевелится по барабану. Вот так и надо. Ну вот, в принципе, и все. Надо переехать по норам. Волги, конечно, вообще красавица. Москвич. Охренеть. За Порше. Тройка. Еще одна тройка. Еще одна тройка. Слышь, нас уже послали, так что можно ехать назад. Уже можно ехать назад. Привет. Скорее, до свидания. Ну что, господа беспредельщики, что, куда, чего? Да все. По норам? Да. По норам, по парам. Пора по бабам, пора по бабам. Ну да, да и ты потом ужалиться надо. Вот этот парень всегда вызывал зависть на Яву. А? Вот такой парень вызывал у всех зависть. Все такого хотели. У меня крыло с дырками было, я их туда. Вариантов не так полежит. Серьезный парень. А да. Еще это, и хвост закрепился еще, да, было? Ну он когда как? Он хвост не крепился, он немножко опирался, бывал. Я хотел подогнуть, но сказали, нет, лучше не надо, блядь, там чебунина это лоб. Его не найдешь еще. Посмотри. Касли, касли, литье. Новый. Еще делали вот такая, была у меня. Короче, вот такая кнопка. Ну как сзади будет, типа такого будет. Ну да, какая-то была. Ну у меня такая есть. Хотела сделать ее, но. Надо тебе отдать. Сигнал не такой. Не такой сигнал, ты говоришь. Это я, а тут я тебе сказал, тут не с попадком. А тут что-то с машиной. Может быть с машиной. Цилиндр не нужен, пальчики есть. Все нужно. На 15. Осторожно. Сплошные знатоки. Все, у всех есть. Стоит машина типа Зингер, типа. Ну, конечно, это может быть и волна, и что угодно. Их машина выпускалась. Фотоаппарат, это пары, ну все как надо. Все как надо. Собираться будешь, да? А то я один уже остался. Да ладно, тут еще вот стоят, за тебя там стоят, один остался, подумаешь. Я этот не собирал, пойду.
Ящик. Это дядя Гена Прокоп. Прокопов. Это моего отца кореш. Ныне покойного. 75 лет. Они с моим батькой друзья были. Не разлей вода. Вот. С его сыном я знаком. Я как-то рассказывал историю там. Вот так вот и живем. Я этого человека не видел лет, наверное, ну, лет 35, если не 40. Очень давно видел его. Вот он меня возил на автомобиле Варбург. Немецкая машина, ГДРовская. У ГДР был Трабант и Варбург. Вот я ездил на Варбурге. Точнее, он меня возил. У него был такой автомобиль. У меня катал, кстати, там мотор. 3 цилиндра, двухтактный двигатель. Вот такие дела. Мы тут сейчас стоим, сейчас надо уже ехать на работу, пора уже мотоцикл отгонять. Иначе печаль. Печалька, печальная печаль. Ну что, ребят, на этом все сегодня. На Явах мы накатались. Всем пока. С вами были Придонки. Берегите себя. Сейчас вот пересел на мухобойку. Еду на работу. Еще раз всем спасибо за то, что деньги перекидываете. Держитесь. Лето началось.